Всем привет, ребята, с вами Ванёк Лайф, и, в общем, в Standoff 2 вышло обновление Fun & Sun. В общем, вот, и сегодня я вам сделаю обзор. Оно вышло вчера я вот учился, играл в него, смотрел, что там появилось, а вот сегодня я уже буду в него показывать, играть, и могу смело вам показать, что тут вообще вышло такого. Так, давайте начнем по порядку. Для начала, в общем, на рынке вышла новая коллекция. После Аркана вот еще идет Неймелис. Вот. Тут, кстати, появились фрагменты. Из него можно скрафтить вот все. Вот это вот все. Ну и вот так вот получается. Угу. Дальше, ну, вот как раз таки фрагмент. Появились вот еще фрагменты. Не знаю, почему тут комонки нет фрагмента. Ну, тут есть анкомонка фрагмент, рарский фрагмент, так, допустим, эпический фрагмент, легендарный фрагмент, арканский фрагмент и неймелис фрагмент. В общем, вот так вот. Больше ничего тут такого не появилось нового на рынке. И дальше. Что бы еще тут показать? Появился новый промокод. Вот, смотрите. Сейчас ставлю его сюда. Вот, SO2 Resort. Он даст вам... Вот, смотрите, вот, вы уже применили данный промокод. Он даст вам, получается, вот какое тут граффити. А, потерял, так вот оно. Смотрите. Вот это вот граффити он вам даст. Fun Sun. Дальше тут получается у нас идет. Ну все, в принципе, еще появился новый режим. Пляжная вечеринка. Также фрагменты можно выбивать вот отсюда. И появился ножевой кейс. Прикиньте. Ножевой кейс. Как это вообще объяснить? Ножевой кейс. Это что вообще такое? Хотя я бы, наверное. Может купить? Не знаю. Gold Pass. Но я еще подумал. У меня друг купит Gold Pass. Я, наверное, не хочу. Хотя, блин, мне вот тут вот нравятся тычки и стинг. Не знаю. Ладно, в общем, допустим. Может, когда-нибудь, если захочу, то и куплю. А, нет, там Панта еще такой красивенький есть очень. Ну, также, в принципе, все. Пляжная вечеринка я уже показывал. А, кстати, да, конечно же, новые две карты. Океан Бриз и в дуэлях Пум. Вот, две карты новые. Ну, сейчас мы на этих картах будем играть, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну, а мы начнем. Так, пляжная вечеринка. Давайте, пляжную вечеринку собираем. Все изменилось, кстати. Заметил, появился голосовой чат. Ну, как я считаю, ну, конечно, можно заглушить всех. И самому только разговаривать, самому, ну, не знаю, там потому что матерятся все. Ну, не все прям матерятся, некоторые. Короче, не знаю. Ничего. Так, я, наверное, возьму вот вату P90. Вот новая граната. Лови. А, ой. Нужно рушить стены. Сонечка здесь нет. О, челик просто в кастает. Кстати, у нас перчаток нету. Вот тут вот внизу появились. Эти как. Ну и вот тело считается. Тут вот еще есть. Вот это. Погнали красть зонтик, что ли? Получается. Давайте берем зонтик. И придем отсюда ночью. Это
Два, успей. Блин, ну зато успел зайчик принести. Хорошо, пошлите дальше. Вот так вот. Опа. Это, кстати, второй формат видео, потому что первый я, как всегда, записывал до этого, но он был на даче, там очень плохо ловила сеть, потому что я на даче тогда находился, когда первый формат записывал. Там не ловила, я все время багался, глючил, на одном месте стоял, когда бежал, вылетал все время, поэтому вот так. Звоните. Меня убивали, меня убили. Свистники уже не резонтик. Я уронил зонтик. Блин, не, я, наверное, дробаш хочу взять. Дробашом полегче будет играть. А еще пистик, кстати, появился. Он как в зимнем обновлении, он мне очень нравится. Я же попал. 81 попасть. Блин. А, тут зонтик наш украли. Беги, беги, челик. Давай, за ним. Нет, бежим. Он бегает. Нет. Сюда, за ним. Окей, я побежал. Еще раз. Я чё? А, я не взял зонтик, видать. Блин. Мне уже третий раз тащили наш зонтик. Поражение еще будет, видать. Ну ничего, если чё, реванш возьмем. Наш зонтик тоже украли. Берите зонтик. Блин, ребята. Они взяли зонтик. Так, я стащил их зонтик. А. Попал, нет, не попал. Не попал. На место зонтик. Погнали, что ли, за их зонтиком. Ну, тебе. Получай. Ай. Блин, меня все-таки убили. Пистюка. Офигеть. Беги. А, нет. Я буду охранять тебя. Мамочка. Пушки, ну ладно. Кидаем сюда. Нет, меня сейчас убьют. Да блин, у нас пистолеты, видать, хорошо играют. А мы проиграли, видать, уже. Блин, а. Ладно, возьмем матч реванш. Мы уже не успеем что-то сделать. Наш зонтик у нас. Поражение. Печально. Пляжная вечеринка. Океан, бриз, Россия. Ну, используя пистолет и пулемет, мы это еще выполним сегодня. И, кстати, появился голосовой чат.
Пока я не поливалась. Блин, я это говорил уже. Блин, я забыл. Ладно, ничего страшного. Угу. Кстати, у меня вроде бы достаточно серебра, чем может бокс покроем. Давайте. Да, мне хватает серебра. Поэтому открываю боксик. О, звук поменяли у боксиков. И нам выпадает этот. О, кстати, можно же смотреть их в руках теперь. Классно. Смотрите. Погодите, я хочу мимикрай посмотреть в руках. Сейчас продам только этот. Морковка 0,8. Дайте листочка 0,6. Сейчас купят 100%. Давайте за 0,05, что ли, выставим. Я не поддался. А, меня продали. Купили, точнее. Давайте. Неймелис. Стенг мимикрай. О, реально можно посмотреть. О, классно. Это же телефон уронил. Классно, конечно. Кстати, я болею. Короче, классно. Жалко, только удар нельзя посмотреть. Или выстрел. Угу. Тогда погнали. Матч-реванш брать. Кстати, был мне вот прикольно было бы, знаете что? Если бы был, блин, по 90 домой. Если бы был бы тут, допустим, вот этот вот батут, прыгал бы вон вот до туда прям, до того острова. Прям вообще классно было бы. Классно, короче. Кстати, тут перчаток нету. Интересно, тут такого перчатки есть, что они делают. О, я стал лидером. Классно. Так, погнали воровать ончики. Блин, мои зонтик опять украли. Давайте авик возьмем. Почему авиком это называют? Это не авик вообще. Вот. Блин, с авиком сложно. Все там с одного патрона убивают. А, давай, давай. Беги. На нафиг. Молодцы. Блин.
А, я потерял зонтик. Кто украл зонтик? Блин, на последнем месте. А! Беги скорее. Не, не, это хочу взять. А! Опа! Блин! Ну-ка, детка, приходи у нас с тобой. А, жизнь моя. Ну, конечно, меня убили. Чё, опять пух не будет на ночь, что раньше? Тут мы проиграем на ночь. Да блин. Давай, челик. Давай, ты сможешь? Молодец. Вот кричу. Я не кричала. Пошел воровать сумочку. Почти второго уже. Мы выиграли. Классно. Наконец-то. Мы выиграли. Ура! Так, ну тут ничего не выполняется. Матч реванш мы взяли, поэтому поехали что ли выполнять задание. Я думаю, это задание будет лучше всего выполнить в командном бою. Играть в пистолет-пулемет. Командный бой, поехали. Кстати, а тут пул не может быть в командном бою. Тут может быть океан Бриз. Ну тут тренинг аутсайд. Новая карта пул. Потом можно будет дуэльки испытать, попробовать. Так, поехали. О, как раз таки Авик. Хотел как раз таки Савика, но нет. Нам нужно с пистолетов пулеметов играть. Блин. Со спины убили. Так, давайте отслеживать. Задание будет. Я думаю, меня сейчас убьют. Савик. О, наконец-то. Нет.
Не убивайте. Все, я выполнил задание. Так быстро. Теперь еще сайт возьму. Давайте это уже не будет не в записи. Доиграю. Ну все, там читер попадется, то я вас, конечно, включу. Так, нет. Давайте подыграю без записи уже. Короче, вот последние секунды записываю. В принципе, ничего такого, кроме как я челику два раза в ногу попал и в один. Все, проигралось. Я его не убил, короче. О, ничья! Фух. Классно. Я на втором месте с Авиком играл. Отлично, я поднял уровень. Классно. Офигеть, по толпасику мы такие издали. А мне плюс 50 с уровень поднятый. Может, мне тоже батл пас купить? По хз, наверное. Хотя можно. Почему нет? Только не успею быть 45 уровня дойти. Короче, понятно все. Мы можем опять боксик открыть. Видите, в этот раз уже хамелеончик. Вот видели, какой звук? Ты что такой? О, давай! Легендарка! Пусть легендарка выпала. Ну вот, короче, что у меня выпало. Классные беретки. Слушайте, красивые. Но у меня немного другие. Просто, наверное, с того, что я привык уже к своим огненным. Так, ну тут только за 0.03 сливать. Потому что они больше и не стоят. Буду ждать, пока купят. Не могу я саму себе купить их. Чтобы они пропали и появились. Чтобы они появились и пропали. Нет, ну сначала они должны пропасть, ведь они у меня и так есть. Блин, я запутался. Короче, сейчас какое-нибудь задание еще выполню. О! Давайте в дуэльке. Это Gold Pass. Давайте повыполняем. Я хочу попробовать на пул сыграть. Противников поубивать на пул. Нет, это Уарт. Не в записи. А я, в общем, потом буду записывать, как я играю. На пуле, когда буду играть. Остальное все не будет. Я, короче, запишу только то, что будет потом. Короче, когда только на пул буду играть, я запишу. А так, нет. Короче, буду выполнять задание. Когда выполню, откроем этот кейс. Наконец-то! Это предпоследняя игра. Ну, потому что мне осталось совсем немножко. Ну, наконец-то, карта пул. Ну, наконец-то. Я уже много киллов очень сделал. Не знаю, сколько. 50. Сейчас посмотрю. Я же сейчас. Видите, 55 киллов сделал уже. Это уже 8-ка. 10-я катка. Нет, даже больше, чем 10-я, наверное, 11-я. И прикиньте, то сейчас какой-нибудь киберспортсмен попадется. Теперь мне с усложнением, мне еще и говорить придется. И смотрите, что тут самое главное, прикольное. Опа. И мы упали. Он за мной прыгнул. Ай, больно. 66. Обожаю.
достать еще одну карточку. О, мы сейчас можем, блин. Давай, давай. На нафиг. На нафиг. Нет, нет, нет. Да почему? 86 хп, у него 14 хп, как всегда, осталось. Он упал. Давай, опа. А, он потух. Да почему? О, сложно, сложно. Читер какой-то. Попался. Прям на пул как раз. На-на-на-на. Все, убил. Ура, наконец-то. Попрыгаем отсюда. Ой. Че, одним патроном в голову? Вот это уже странно. Хватит меня убивать. Я уже не слаб. Как он меня убивает? Если он меня сейчас еще и с ножа зарежет, и у меня не будет скина на этом ноже. Я реально не знаю, что делать будет. Не, все, я ливаю отсюда. Короче, понятно все. Не, не ливу, не вливаю еще, конечно. Понятно. Вы не поверите, еще одна дуэлька на пул. Следующая игра сразу же на пул. Опять на пул. Заходим. Что за хрень? Почему? Наконец-то. Первый. И сразу же такой выходит и все. И все, и сдох. Невезучие дуэльки. Что? На ножах. А, печально. Капец, печально. Печально некуда. Еще некуда. Если я сейчас эту катку проиграю, то все. Это полный капец. Это видео уже такое и так длится долго очень. Я еще и сливаюсь. Какого? Я же за стенкой был. Я уже, блин. Вы не поверите, но это первая выигрышная катка на пул. Да ну нафиг.
75 кило. Все, остался одна карточка. И я смогу получить эти все штучки. Давайте. Я увидимся еще, когда катку сыграю. Наконец-то я это сделал. Наконец-то вот у меня это задание. Это было очень долго. Фу. Все пройдено. Ну, понятно, все уже, ничего не надо мне. Погоди. Почему мне ничего не дало? Уже. Погоди. В чем прикол? Так вот, что это все это время было. Поздравляю, я облажался. Можете меня реально поздравить. Я сейчас так облажался, что это капец полный. Что делать теперь? Это капец, как я сейчас облажался. Это нужно было голпак купить. Что, купим, может? Погнали. Не, реально тогда погнали голпак покупать. Теперь уже ничего не знаю. Короче, не, ребята, не буду донатить на Battle Pass. Мне не разрешают. Капец. Вот так вот просто облажался. Играл 2 часа, страдал. А теперь просто, оказывается, это для Battle Pass было все дело. Ну что теперь делать? Free Pass, Gold Pass. Угу. Вот видите теперь, чё? Нож. Ножи. Короче, ладно, всё. Всем пока, на связи был Winning Life. Не знаю теперь. Наверное, следующий выпуск скоро выпущу про Brawl Stars, как буду играть в него. Всем пока, всем пока. Короче, мне все-таки дали вот эти вот штучки за уровни. Сейчас будем моменты. Давай, давай. Что-нибудь хорошее. Только легендарка, давай, легендарка, легендарка. Рарка. Ну, хотя бы рарка. Тоже неплохо. Откроем. Следующий и что нам выпадет? Конечно же, команка. Тут другого нет. Найти на рынке. Ага, 68 копеек стоит. Точка 68. Мне купили. Отлично, а это сколько стоит? 2.36. Это точка 32. Давай 32. Опа, купили. Все, короче, у меня теперь 9 голды есть. Хотел легендарку выбить. А если бы я легендарку выбил, кстати? Посмотреть, сколько она бы стоила. 63 голды вообще бы в плюсе был бы огромным. Если бы я выбил на Эмилис, я бы вообще в огромном плюсе был. Я бы себе, короче, новый нож купил. Ну, короче, вот, что мне выпало.